Honda 2008 года, цена 12500, джип. Так, смотрим его. Здесь не кожа. Не кожа, навигации нет. Что? Все колеса ведущие. Смотрим по кузову. Котский. Вот все люди спрашивают, а котский есть? Пока не вижу котский. Ну вот тут чуть-чуть. Покажи, покажи. Ну, я не знаю, что это вот как... Да, нет, это даже не котская, это грязь. Нету. Это не котская. Я не вижу. Вот какая-то мини, какая-то царапинка от камушка, но это просто... Не. Это не царапина. Нет, ну это машина не новая. Нет, там нет царапин. Нет царапин? Нет. Какая-то вот такая вот. Нет, это было вытер, да? Это был грязь просто. В принципе, посмотрите. Салон чистенький, ничего не прожжено. Сейчас вам скажу пробег. Пробег 86 тысяч миль. Вот здесь все, в отличие от этого салона, что здесь все очень честно и никаких, конечно, скручиваний. Не, это просто, ну, в Америке это уголовное преступление, никто этим такой ерундой заниматься не будет. Компания 20 лет уже занимается. Может, машинами. Багажник показать, нет? Ну, багажник, все, в принципе, понятно. Я не знаю, как его открыть. Открывай. Не открывается. Ладно, давай следующую.